друзья! Мы рады приветствовать вас в Башкирском государственном художественном музее имени Михаила Нестерова на концерте классической музыки. Открывает нашу программу «Фантазия номер 12. Соль минор» для флейты соло Георга Филиппа Тельмана. Исполняет лауреат всероссийского конкурса Диана Кожеева. Флейта. Thank you.
кафе 1930. Исполняет дуэт лауреат всероссийских и международных конкурсов Артем Панапитин, гитара, Диана Кожеева, лейка. Thank you.
Татьяны Шамилевны, «Алмаз Батал». Партия фортепиано Карина Мезенцева.